Но в каждое время готовки нет. Ну так готовился. Подолго готовился? Ну да, так порядочно, честно говоря. Примерно? Ну вот конкретно к этому бою я готовился полтора месяца, но до этого я, как бы, у меня несколько раз матчи срывались, поэтому я тоже тренируюсь полгода. Полгода именно на этот бой? Нет, вот именно на этот бой я готовился полтора месяца. Как вы себя сейчас чувствуете? Слава Богу. Жив душ. I don't understand. Киски серы. Спокойно. Так, еще рановато. Еще рановато переживать. Так. А когда вот спортсмен начинает переживать? Ну, я не знаю, лично я вот уже в раздевалке, когда оказываешься. Ага. И вот этот выход уже с раздевалки до арены. И все, и завалишь как раз. То есть, когда ваше имя называют? Называют, и когда идешь до арены. И когда это проходит, как тебя можно, а когда... остановить? Звякнет гонка, да, вроде как. И тогда уже все, ничего не видно, да, кроме противника. Стараешься это не видеть. А, вы жители, как бы, действительно, ну, пойти. Там выход один, выжить, надо победить. Что вы планируете после? Помоги Бог домой вернуться. Давно уже. А, вы дома не были? То есть вы хотите просто дома побыть и сделать обратно? Спасибо большое. Хорошего вам дня.